у них дроны поднимаются, прикинь. Ну, дрон или квадрокоптер поднимается, и наши ничего с этими дронами не могут сделать. Не заблокировать, короче, нихуя. Короче, не ничего с ними не могут сделать, только сбивать. Сбивать, да, он может высоко быть, его даже не видно. И наши службы нихуя не делают. Не могут его, короче, заблокировать. Все, дрон поднимается, они дронами смотрят, куда попадают. И начинают минометить. Бывает за сутки, нахуй, не так давно, 7 единиц техники сожгли в деревне просто. Там их КамАЗ бронирован, еще какую-то хуйню там. Просто блин, а что это авиация наша? Авиация. Подлетит вертолет за 5 километров где-то там издалека, выстрелит раз и си***ет, и все. И больше мы нахуй не видим его. За неделю может 2 раза все прилететь, где-то по какому-то лесу отработать его и си***ет. И их нету нахуй вообще ни хуй, ни сушек, ни хуй. Просто вертолет издалека. А угровский вертолет бывает 2 раза на дню прилетит, отработает нахуй по нам и съебется тоже так же. Еще. Нет, по все, все на показуха. Нихуя нету. Осталось совсем. У них минометчики и артиллеристы точно стреляют. Прям если они хуй пристреляют. У них корректировка дронами. Дрон, к примеру, частенько над нами висит. Он смотрит ночью, у них такие с тепловизорами дроны. Днем обычные. Сами дрон запускают, наши с дронами ничего сделать не могут. Они на удалении держат, примерно, корректируют. Мины выпустили, ага, там-то разорвалось. Раз-раз корректировались. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь наложили, нахуй, накидали, хуй, все, квадрат закрытый. Все, потери есть, все, заебись, отработали, ништяк, ушли. Ну так они работают. Они там не пользуются таким авторитетом охуенным, чтобы там 500 мин там у себя использовать на складах. Кучу людей там, нахуй, у них там 2-3 человека на расчете. Они приехали минометом, отстреляли, уехали. Все автоматизировано. Да, у них эта подготовка более-менее, чем у нас. А у нас где-то там стоят они в одном месте. Косят постоянно, чуть ли не себе в окоп. Они нам в окоп закидывают, нахуй, эти дураки. Тут знаешь, тут просто отправляют на убой. Тут нету, тут грамотности вообще нету. Просто идешь тупо, идешь, и тебя они просто поджидают. У них уже эти окопы пристрелены, и докуда доходишь, определенная точка. Они за тобой наблюдают, они еще и как тебя там просто сидят, кофе пьют, на кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. Куда стрелять, в кого стрелять, никого нету, хуй его знает, а ты мечешься там, как долбоеб, у нас уже тут столько танков сожгли, столько техники, а наши долбоебы даже попасть не могут, в них вычислить не могут, наша тупорылая бригада, армия наша, вместе с командующим, ебать. Каждый день здесь люди помирают. Просто, ни за что. Так а что, ну вам же надо танками там стоять, чтобы на дальние расстояния. Да хуй, мамаю. Они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стреляешь? Да конечно, они тебя... А у вас сейчас такой техники нет? Нету специалистов, специалистов нет. Да они хуй, уже, наверное, вагонов 20 снарядов уебали никуда. Да уже месяц в этой деревне сидим. Ни хуй наступление не можем двинуть нормально. Укры все нахуй въебывают наше подразделение. Не дают двинуться просто, у них опорники хорошо оборудованы. Все, танк выкатился по нашему, нахуй укатился. Они только идут, пулеметы открыли огонь, нахуй наши подавили, все, наши опять идут без одного. Все, у них только наши двинулись, там выкатили технику нашу, их отстреляли по нашей, сработало по нашей пехоте. И все, пи***ц, наши все в панике, все, нахуй, никто не хочет в наступление идти. Технику разъебали, минометы разъебали, все, пи***ц, остались без них. Все. Все, вот оно наступление. И так нахуй неделю. А теперь? Угу. Перспективы вообще никакой, да? Больше нихуя. Просто нет, нихуя. Осло совсем.